Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Ваня, и мы продолжаем играть в игру «Суровый котенок Бу-Бу». Так, что-то он спит. А давайте посмотрим, что ему будет сниться. Давайте посмотрим. Бу-Бу, просыпайся. Бу-Бу. Он только заснул, что ли, не пойму. Пусть немного поспит там. И мы еще так делаем. Какой он милый. Бу-Бу, просыпайся. О, вот, оп, деньги. Все, спать не будем. Поднем. Так. Только стомы, у нас был один рекорд. Мосты заведут что-нибудь новое. Появилось, нет? О, может пиццу купить. Давайте купить свой бургер. Так. Отлично. Купили пиццу и бургер. Опять что-то новое там. Чего у нас новенького? Капуста? У нас ведь... А, не было капусты у нас. Давайте попробуем сначала капусту. И бургер, еще пиццу. Вкусно? Вкусненько, наверное, ему. Так, давай попробуем. Вот. Добавляем побольше муки. Давай. Все, высыпай. Ну, все высыпало. В водичке. Отлично, всю воду. Так, и теперь миксером. Отлично, готово. Так, отлично. Все готово, ешь. Так, отлично. Все мы сделали. Что мы еще сделаем? Поделим. Поиграть. Мы пока не поиграли. Ладно. Поиграем в крестики-нолики. Нет, да. Давай вот это. Давай. Эй, нет, я так не договорился. На одного, и вот так. Так, ага, угрызаю. Ты, детки, засранец. Я тебе это не позволю. Не смог победить ты. Ух ты. Окей. Так ты. Эй. Нечестно. Давай еще раз. Эй. Так, я тебя угрызаю. Чего ты смотришь тут, баллончик? Окей. Я тебе этого не позволю. Еще. Я тебе этого не позволю.
Так. Он так может выиграть. Что мне делать, что я проиграл? Ну почему я всегда проигрываю тут? Так, ладненько, друзья. Мне должны тут выиграть. Я хочу, по крайней мере, выиграть. Так. Я тебе этого не позволю. Выиграть. Ух ты. Вот. Так лучше. Так. Thank you.